Ребят, если вы хотите узнать, где я сейчас нахожусь, точнее, кукловод, то, конечно же, пишите в комментариях хэштег домик. И мы начинаем видео. Сегодня я буду сравнивать подделку Лол с оригинальной. Распаковывать я их не буду, потому что у меня уже есть и подделка куклы Лол, и оригинал куклы Лол. Сейчас я оригинал куклы Лол, но я сейчас сравню малышек девочек. Младших сестер, так сказать, как некоторые называют. Давайте я вам покажу. Итак, чуть сюда вот. И это мои куколки. Давайте-ка переместимся вот сюда. Вот. Куколки. Сюда вот. Наша подделочка. И наш оригинальчик. Наш оригинал. Так, вот они, девочки. Вот наша подделочка. И вот оригинал. Смотрите, давайте я вам покажу оригинал. Смотрите. Я здесь показала вам этот лист коллекционера и двух куколок. Также их сумочка есть. Вот такая вот качественная сумочка. Похожа на настоящую. И просто все супер. Вот эти девочки маленькие. Это девочка по имени Спрайз. Лил Спрайз. А это девочка по имени Лил Сугар. Или Шугар, я не знаю, как это. Вот, это девочки такие вот. Они, это ангел, это демон, и они меняют цвет. Они очень красивые, хорошие, по-настоящему меняют цвет. Попались они мне в большом шарике, хотя они должны попасться в маленьком. Точнее, наоборот. Но, в общем, она мне такой получилась. Блин, девочки, они очень хорошие и веселенькие. Здесь вот они показаны. Блестяки, конечно. Здесь вот так сделано. И вот. И также здесь находится подделочка. Вот она выглядит так. Глаза у нее не прорисованы не очень-то и четко по линии, по дырке. Но сама куколка мне очень нравится. Хочу заметить. Здесь вот, я нашла ее. И у нее синяя сосочка здесь. А здесь она, у нее зеленая. Еще хочу сказать, что это, мне кажется, не родная ее сумка, потому что такие сумки я еще в оригиналах не видела. Вот так вот она выглядит в сумке. Милашка. Мне она очень нравится. Ну, смотрите, в отличие от оригинала, возьмем вот эту вот оригиналку. В отличие от оригинала, это то, что у нее голова твердая. Все сделано из пластика. Ничего нету мягкого. Вся она твердая. Голова у нее не чуть-чуть двигается так, но очень туго двигается. А у оригинала голова мягкая, чтобы можно было ее напоить. Хоть эта девочка не поится, но можно ей украться спокойно. Она мягкая, еще можно повернуть голову ей. Вот девочка оригинал, и вот девочка подделка. Я хочу посмотреть на вкладыш. Смотрите, какой здесь вкладыш. Такой вот длинный, достаточно длинный. Все куклы зарисованы, все красиво, все хорошо. Просто супер. А здесь подделки легко вообще, такой маленький. И это можно узнать. Всем пока, подписывайтесь на канал, если и вы знаете, что писать в комментариях. Пока-пока! Кстати, у меня еще один объявление. У нас будет проводиться видео «Вопрос-ответ». Поэтому пишите свои вопросы про меня в комментариях. А в основном про мои игрушки. Пока-пока!